Никого нет, и олени вышли. Смотрите, какой мокрый. Ты чё такой мокрый? Ты мой сладостный. Ну, вообще не боится. Да, морковки у меня нет. Дэвида зайку отвела в школу, а сама на зарядку. Сегодня очень свежий, чистый воздух, потому что дождик. А вчера жара была, и было очень много народа, ну, американцев. Я, кстати, вчера, ребят, нашла карточку кредитную, валялась возле парковочного автомата. И я, короче, подошла там к администратору девочки, я говорю, вот карточку нашла чью-то, не знаю, куда ее, чего делать мне с ней. Она такая раз по рации передала, там какой-то босс у нее. Вот, говорит, не переживайте, мы отдадим в службу находок. В любом случае, даже если она ее не заберет, она просто заблокирует и приедет в банк и новую карточку возьмет. Все, так и оставлю, положила только в холодильник то, что нужно заморозить. Вот, побежали мы, короче, на почту делать мой паспорт. А Дади, как всегда, убежал, сами знаете, куда. Так, покажусь вам, как я сегодня в блузочке, нарядная. Так, ну вот почта. Сейчас будем делать паспорт. Все, ребята, дали документы на паспорт. Все принял, отлично. В общем, заплатила $180, ну, плюс там еще таксы. Значит, что сказал? Где-то в течение 1,5–2 месяца ожидайте, ваш паспорт придет к вам домой. Ну, будем ждать. А сейчас едем за моим платьем. Так, все. Короче, я померила девочки идеально. Вообще, молодец она. Все сделала аккуратно, посмотрела. Знаете, вот даже и не скажешь, что вообще ушито. Не может открыть, говорит, мне нужно позвонить специалистам. Очки надел. It should be kind of here. Yeah. Ю-ху! Открыли креветки. Супер. Голодный, поэтому видите, как на креветки набросился. Oh my god. Good? They're fresh. You can put here the ends. Так, а я, ребят, смотрите, он меня попросил, говорит, Ира, приготовь куриные грудки, и мы сейчас на гриле их поджарим. Видите, я уже... Холодильник напугал Джона. Face so funny. У нас теперь так фильтр срабатывает. Не знаю, почему. Air got in the system somehow, and I can't get it out. But we'll get a new refrigerator eventually. Ну да, вот купим новый фриджерейтор. Ready? For you. Ой, девочки, мальчики, сегодня такая шикарная погода. Мы даже не ожидали. Покажу вам наши туи. Вот так они выглядят, девочки. Смотрите, как травка вокруг зашла. Не везде, но уже практически. Вот новая, свежая, которую мы сажали. Видите? Сразу по-другому смотрится. Ну вот что-то туи опустили свои ветки. Девочки, мальчики, напишите, что это такое. Да. Выглядит классно. И пахнет классно. Смотрите, сколько пива много. Всякого разного, ребят. Офигеть, да? Вот сюда сдаем бутылки. Видите, сколько всего. Ой, it's cool, it's my first time. Hi. Смотрите, куда меня Джон завел. Это, оказывается, холодильник. Здесь берете холодное пиво. Я, ребят, первый раз в таком месте, представляете? Вот тогда. Он все время здесь останавливался, и я всегда в машине его ждала. А, какой-то он другой хочет. Я уже замерзла, ребят. Ух, I'm cold. I don't know, it's not nice, it's getting cold. Смотрите, какие холодильники. Все, я задрыгла, пошла я отсюда. Красота, да? А что-то они не пахнут совсем. Да. Девчонки, напишите, как называется. Вы у меня умницы, красавицы, все знаете. Выбежали, ребят. В общем, айскрим трак. Ну, там что-то очень много детей. Мы решили здесь его ждать. Сейчас он развернется. И купим Зеньке мороженое, потому что он заслужил. Умничка мой. Молодец. Смотрите, как рад.
Любитель мороженого. У всех все цветет. Кстати, вот эти цветы, по-моему, девочки, по-моему, эти цветы называются азалия. No, he will stop here. But the ice cream side is here. А, really? Yeah. А, Ян. Ну все, разворачивается, ребят, наконец. Дэвид кричит, давай скорее, мама. А то опоздаешь. I think it only opens on one side. Maybe two sides. Yeah. So which one you want? Do you know? Приехал. Счастье, как говорится, полные штаны. Come on. Дэвид, let's go. I was right. Джон нас на другую сторону перевел, видите? Я говорила, давай здесь. What do you want, buddy? Which one, David? What, ice cream? They have like this, Dave, with sprinkles, like you like. This one? The blue? The blue Maryland? Yeah, blue. Blue Maryland, it's called. Поощряем. Если хороший мальчик, все, заслужил мороженое. Ай да. Джон говорит, каждый день мороженое дорожает. For dollars? Yeah. Ну, $4, ребят. Вот так. Это очень дорого. Для мороженого это дорого. Ну, что поделаешь. My mother used to tell me she would get a loaf of bread for a nickel. She could go to the movies. Yeah. For a nickel. A penny movie, you could get popcorn and a soda all for a nickel. Yeah? What does it mean, nickel? But she was born in 1930. What is a nickel? 5 cents. Ah, it's a 5 cents? Nickel? A nickel. О, видите, как 5 центов это nickel они называли. Прикольно. Ну да. 5 cents is a dime. Dime? Yeah. Oh, I didn't know that. Dime это 10 центов. Да, мы тоже так звонили. It was a таксофон, right? Таксофон? Payphone. Payphone? А, у них назывался payphone. Alright. Oh, no, no. It's okay.